вечер, дорогие мои друзья. Я нахожусь в ресторане «Шар». Это у нас ресторан «Шар» на пирсе. Вот наша столовая. Добрый вечер. Привет. Ну, я хочу сказать о том, что сегодня, ну вот сейчас, дорогие мои друзья, потому что он там не хозяин, и я хочу еще у кого-то спросить, какое сегодня число, дать рекламу нашим гостям, что у нас действительно сегодня дружно отдыхает, сказочно классно отдыхает, несмотря на то, что у нас сегодня небольшой шторм в море. У нас всегда отдыхают. И вот, вы знаете, я сегодня уже начала съемку делать. Вот этот шар, замечательный кухня. Прошу. Ну, я уже 12-13 лет. Дорогие мои друзья, шар очень любит. У нас здесь шикарная кухня. Она живет парусник. В море сегодня, правда, полюбование наши могут, когда они ходили. Но на набережной, сейчас один момент, на набережной у нас сегодня, видите, у нас сегодня плавают. Как бы нормально, температура плюс 24. Несмотря на этот маленький штурм, сегодня была гроза, сегодня был гром. Это громыхало в 7-8 утра. Ну, это московское время или в 6 утра украинское. И вот, дорогие мои друзья, это берег, это вечерний берег. И у нас сейчас как бы время, я сейчас скажу вам, это без 28 вечера. И гости отдыхают на берегу, прямо столики отсутствуют. И хочу единственное спросить сегодня у гостей. Сегодня хочу я спросить у гостей. Извините, я вам успокою немножко. Меня зовут Мила. Мой канал youtube.com. Какой сегодня число? Ну, вы отдыхаете, да? Поприветствуйте наш Иисус. Вот, вы уже на давно отдыхаете? С первого числа. С 1 июня вы попали в самую шикарную пору. Там чудесное место, очень хорошо. Я просто влюблена в этого певца, поэтому я сейчас сняла немножко его. Вам нравится? А вы сами откуда приехали? Макеевка, Донецкая. Донецкая область. Передавайте вашим приветы. Спасибо. Всем донецким привет. Как вас зовут? Нина. Нина. От Нины привет. Она сейчас отдыхает в Бурзинке. В Бризе отдыхает. Это шикарное место на берегу нашего берега Черного моря. И она видит с утра до ночи, все 24 часа. Море Черное море. Купайтесь и загорайте. Нельзя. У нас санаторий Пушкин, Я пожелаю вам, Минечка, вам вкусно лето, да нет, рад взлетает, всем родным, передавайте привет. Спасибо. Хорошо. Всех благ вам. Итак, дорогие мои друзья, я очень рада, что сюда пришла. Все мои друзья здесь и мой любимый певец. Очень люблю его голос. Всех благ, дорогие мои друзья. Заходите на мой канал youtube.com Мила Гурзук. Подписывайтесь, ставьте плюсики и приезжайте в гости к нам в Гурзук. И приходите в этот ресторан «Шар». До встречи, дорогие мои друзья. И вы уже знаете, что сегодня у нас 20 июня 2014 год. Гурзук отдыхает. Ждем вас гостем.